У нас у многих просто возникают вопросы, ну как вот по этой линии, да, работает. Люди начинают, да, это, видеоматериалов вообще очень мало. Один, короче, ко мне пристает уже 2 месяца. У меня, говорит, пекаря не успевают на нем работать, даже на самой низкой передаче. Я говорю, да ты что, блин, вообще производством работает, у тебя нет, блин. Пусть еще меньше передачи делают. Так я ему говорю, я говорю, ну возьми штиф. Переточи вот этот, который на двигателе, еще меньше сделай. Там же позволяет его оттянуть. Ремень поменяй, если не позволяет. Все, ноль проблем. Нет, частотник мне, говорит, подбери. Как так он стоит, космос стоит. Проще. А? Проще и... Так а я штиф там, ну, рубля, да, в токаре, блин, все. Ну там же упорные стоят вот эти болты. Да. Ну они для этого и стоят, то есть она как бы это самое на себя берет эту нагрузку. А можно подрегулировать еще? Можно подрегулировать, скорее всего. Да, я говорю, подрегулировать еще. Раз вот есть вот это охлаждение. Упорная пластина, это видишь? Она затянута. Так я говорю, что надо проверить на затяжку. Ну, закончится цикл, протянуть ее. Вчера все хорошо же. Вес идет нормально, да? Как бы вчера хорошо, вот что, да, полиранули же. Новое, блин. Нет, что новое там, полиранули же их просто. То есть и не обязательно эти ролики, Паша, не обязательно эти ролики менять. Главное их в один размер просто снести, да. И сколько там еще поработает, еще пока у тебя вот этот диапазон, да, держит, ну, который тебе нужен. Капает вообще. Он совершенно новый. У него куча этого. А? Куча теста лежит, управи посмотри. Да. И ничего на него не капает, это тряпка сухая. И вся система тут ромашка, вот эта борода. Она не эта. Сейчас посмотрим. Ну только что поменяли полтинник. Все в тесте? Масла там нет, он закрыт. Кран закрыт? Да. Спасибо. А я откуда знаю? Миш, а что масла нет? Кто-то прикрыл. Там есть вообще? Правильно. Делитель-то совершенно новый. Он еще месяц у нас не работает. Тем более. Thank you.
хорошо. Сколько прошло, осталось? Ага, уже в самом низу, да? О, отлично. Теста мало, вес уже пошел. Ну вот так я говорю, там теста нету. Первый ряд как раз здесь. Сейчас здесь 4, 5, 5, 4. Вот на этом уровне, там несколько элементов придет, получается. Вот 4, 5, 6, 4. Вот эти две элементы у меня. Ну, то есть там... Ту самую серединку, где у них не пропекало, да? А так, вверх, вниз, ага. Все одинаково. Так, она сейчас выключена, печка-то, да? А? На греве стоял. На греве стоял. То есть я программу-то не посмотреть, сколько там у них, да, заложено. Сейчас программа нагрев, это программа для всех. Нет, я говорю, остальные на программу не посмотреть, сколько у них заложено. Паром, да, нарезают. То есть у них заочно 20 секунд. 50 рубежка. Охренеть. Ну это и проблема. Ну я не понимаю, зачем? Сколько они давления воды здесь? Всяко разно больше 2 килограмм. Ну у них большой разбор. Но. То есть, может не хватать, да? Да? Ну то есть они просто заливают, как залилось, так залилось, да? Ну колер отличный. Да? Ну что, на подумке не работает, да? Ну, я не знаю, спросить открыть, что они сделают. Мини-паротрубные по нему. Можно обратить внимание, как сделаны зонты и вытяжные системы вытяжной вентиляции. Печи ротационные. Тоже система вытяжной вентиляции, каким образом выполнена, с разрывом по воздуху. И никаких испарений в цехе. Все хорошо, замечательно. Так, что они менеджеры-то куда вынесли, я не понял. Ага, вот там поставили, да? Они сразу же вынесли, только они еще сейчас делают вот эти жалюзи, чтобы этот воздухообмен был лучше. Да, я думаю, так. Где менеджеры стоят? Ну да, они сейчас уже отнесены от этого, от металла, да. Вот часть цеха выполнена, да, на восходовском оборудовании. Ну тоже вот грамотно, да, система вентиляции сделана. Вот такие вот большие зонты. Вот какая ширина. Все, и никуда ничего лишнего не выходит. Расстойочные шкафы. Никаких испарений.